Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Scary Teacher 3D. Злая училка Мисс Ти, мы продолжаем играть, у нас в новогодних уровнях остался еще один левел. Получается, маленький помощник Санты переводится, да? У нас тут есть какая-то добавочка. Цинамон получается. Ага, ну хорошо. Нам нужно, видимо, сейчас училку вылечить. Она болеет, что ли, получается? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Давайте запустим. И все это дело мы увидим. Ага. Смотрим. Так. Ой-ой. Фу, какую-то гадость пьет. О, рыгает. Но это мы уже видели в прошлой серии. Так. У неё ж лицо скрутило от такого. Ёкарный ты бабай. Так, ну ладно, окей. Найдите... Чё найдите? Найдите и... Короче, нужно добавить этот... яйцо, что ли? Но оно, наверное, спалит. Нужно как-то это сделать беспалевно. Вот, в общем-то, такой какой-то план. Сейчас посмотрим, как оно сработает, не сработает. Фиг его знает. О, легла спать. Я впервые вижу, чтобы она спала. Именно в обычном уровне. Это очень странно. Вот тут вот нет капкана. Но меня тут постоянно что-то... А нет, сейчас не ловит. Что же за фигня? Почему вчера... Ой, не вчера, а в прошлой серии меня там убивало. Это было очень странно. Ну сейчас еще непонятно, где бабка. Но она вроде на первом этаже. Так что можно, в принципе, расслабиться. Ну, по логике, конечно, на кухне должно быть яйцо. И куда мне его добавить? В ее напиток. Там один напиток, тут другой напиток. Вот тут она сейчас воду пила. Мне, типа, еще угадать нужно, какой именно напиточек. Они что, издеваются? Так, ладно, давайте-ка мы зайдем в магазин. Цинамон. Это как, корица переводится или как? Я вот, честно говоря, даже не знаю. Так, что еще можно ей добавить? Тут яйца не купишь, да? Да, тут яйца не купить, получается. Но мне нужно их найти в любом случае. Где они, я не знаю. Так, так, так. Ну ладно, хорошо, давайте двигаемся дальше. Надеюсь, то, что цинамон я правильно перевел. Потому что, возможно, и неправильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нормальная тема. Ускакал очень шустро. А вон яйцо, смотри. Так. Взяли. Одно нужно только. Так, ну давай. Разбили, что-то намешали. Ага. А еще надо? Давай сюда добавим. Я не знаю. Что за фигня? А, мне надо было, наверное, яички сначала сюда добавить. И что-то с ними должно там произойти, что ли? Я что-то ничего не понял. Походу, я неправильно выполнил. Ну ладно, один фиг вначале бы у меня не получилось. Потому что, ну, тут всегда не угадаешь. Чё к чему. Но я не выполнил миссию правильно. Если бы я ее выполнил, то мне бы написало, что я должен уходить. Но мне этого не написал, значит, я что-то сделал неправильно. Ой-ой. Она все равно попила. Рыгнула снова. Что? И чё это такое? Чё-то, видать, ей не понравилось. Попробуем, может быть, воду добавить? Как быть-то? Вообще какой-то странный левел, честно говоря. Так. Ага, смотрите. Одну вещь, которую Мисс Ти любит больше всего на свете, это игнок. Let's make... Ага, это какой-то игнок. Я не знаю, что это. Яичный этот? Коктейль, что ли? Что-то типа того. Ну, вон снова пьет. И сейчас... Ага, ну, как в прошлый раз. Ну, конечно... Блин, я даже если так постараюсь, то не смогу сделать. Это жесть какая-то. Это реально какая-то жесть. Бабуся, короче, могёт. Так, ладно, это взяли. Мы немного энергии за первый раунд потеряли, так что все хорошо еще. Поднимаемся наверх, и тут снова нет никакого капкана. Но меня снова что-то ранило. Вот, ребят, вы просто посмотрите, что это такое. Почему он меня тут ранит? Я вот этого не понимаю, честное слово. Постоянно меня там что-то ранит, тратит мою энергию, но там ничего нет.
Мне кажется, специально разрабы так сделали, чтобы, ну, я терял, просто не пойми от чего, свою энергию и тратил на нее денежку. Такие вот дела. Так, ладно, сейчас берем яйцо. Возьмем, наверное, сразу несколько яиц. Одно засунем мы вот сюда. Так. Ага. А, стой. А, нет. А вот которое всплыло, может быть, не его надо? Оно... А, оно испорченное. Ах ты, блинский, ёкарный ты бабай. Тихо. Ой. Выжили. Обалдеть. Нормальная тема. Она сейчас наверх пойдет. Ой, это идеалка для нас. Так, окей, мы взяли испорченное яйцо, но... А, можно... Ой-ой. Окей. Но еще можно кое-как понять, что оно испорченное. Мы когда его берем, оно какое-то продолговатое. И теперь давайте мы попробуем воду тоже добавить, работает это или нет. Но походу мы сейчас справимся, ребята. Так, нет, не работает, все значит точно туда. Окей, без каких-либо подстав мы сейчас этот левел на изичах просто проходим. Но только... Ага. Не так все просто. А вот, подожди. Это оно? А, да, это корица, она как раз-таки. Давай попробуем. Но она, мне кажется, спалит это. А, нет, смотри. Все. Мне сейчас пишут то, что... Сейчас уже я должен уйти, пока Мести меня не поймает. Ну вот, получается, нам нужно... Просто было с помощью воды найти испорченное яйцо. Ну это вообще изичный левел, честно говоря. Когда ты уже так много уровней прошел, то они на изи проходятся. Серьезно? Она даже не почувствует? Как можно корицу не почувствовать? Так. О! О, ой! Ой! О, мой стомак! Чё? Опа! Ё-моё! Ну я понял, куда она, короче, побежала. Да уж, ну мы ее жестко развели с яичком. Так, и я нажал next уровень. Но у меня нулевая загрузка, поглядите. Потому что next уровня нет. Ё-моё, мне сейчас игру надо перезапустить, походу. Потому что тут все сломалось, офигеть не встать. Ага, смотрите, у меня тут еще и полная энергия. Теперь давайте проверяем. Так, мы все уровни прошли, получается, а те, которые скоро будут, они недоступны. Ага, ну там что-то у бабуськи с волосами странное, как будто они какие-то новые. Ну не знаю, вроде бы вот все, все, что есть в принципе. Конечно, а я еще вам обещал пройти уровни в Хэллоуин, но... что я даже не знаю, потому что там как бы дом обновили, ну как бы мы тут тоже можем пройти. Я многие уровни проходил немножко неправильно, как нужно было. Я бы вот с удовольствием сейчас вот этот вот бы левел прошел. Где он? А где он? А вот смотри, Bad Hair Day. Но я не знаю, как до него долезть. Вот в чем проблема. Разные комбинации нам нужно пробовать в разных уровнях, чтобы, в общем-то, посмотреть на новые какие-то другие концовочки. Вот что я хотел еще сделать. Потому что я уровни проходил в основном только правильно, они были очень легкие в самом начале. Но тут мы можем, в общем-то, что-то намешать не так, как надо, и у нас все будет просто отлично. Я не понимаю, почему у меня так уровни усложнились. Мне нужно всегда иметь инструмент с собой, что-то типа того. Мы можем залезть в этот, как его, сюда. Тут можно соль добавить, вино. Потом я добавлял что-то там красненькое, острое. Ладно, сейчас посмотрим. И вот, короче, со всем этим можно делать разные концовки. Вот что интересно. Так, я, пожалуй, тут буду прыгать. Ага, отлично, потому что здесь невидимый какой-то капкан. Черт его знает. Я не хочу рисковать. А у нас тут елочка осталась и украшения тоже. Несмотря на то, что мы в первой главе находимся. Опа. Интересно. Так, ладно. Сейчас, короче, мы всякой байды ерунды наберем. Вино. Томатный соус, ё-моё. Ну, тут, короче, ничего удивительного.
Соль надо найти. Вот соль вообще не палится. А вот тут что-то есть. Ага, ничего интересного. Соль, по идее, вообще не палится. Но ее нужно найти. Я не вижу ее, честно говоря. Сейчас будем ковыряться, искать. Если что, Мисти пробежит, мы сразу на какой-нибудь... Ой, она к нам идет, да. На какой-нибудь стол запрыгнем, да и все нас не найдет уже. Черт возьми. Вон она, видите? Ё-моё, я лучше сюда сяду, чтобы она меня не заметила, потому что она сейчас прям целенаправленно к нам как будто бы идет. А нет, остановилась. Развернулась. Ё-моё, вот я везунчик. Угу. Так, так, так. И куда теперь ты пойдешь, уважаемая? Не знаю. Ага, пошла наверх. Нужно срочно соль найти. Так, где же она может быть, эта соль, уважаемая? Я даже и не знаю. Так, это открыли, здесь не открывается. Здесь ключ вообще. Короче, соль найти пока что проблематично. Но она по-любому должна быть на кухне. Так, ладно. Давайте мы вот это добавим. Ага. 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 Это тоже? А, вот эта соль, соль была. Ё-моё, я ей все намешал туда. Офигеть. Я даже не знаю, как она сейчас отреагирует на это. Я реально все ей намешал туда. Все 4 ингредиента, походу, которые только можно. Ой-ой. А соль, мне кажется, она любит, кстати. И наоборот, сама ее тоже добавит потом. Фиг его знает, но вот на эту концовку будет интересно посмотреть именно с солью. Смотрим. Ага. С таким лицом. Да-да-да. Да. Сразу палит, ребята. Нам не нужно добавлять тогда томат и... Ну, блин, не томат, кетчуп. И самый первый этот соус какой-то был, карри или что это было, я точно не понял. Но, короче, это нам добавлять не надо, мы попробуем сейчас добавить соль с самого начала. Что, интересно, получится из этого? Сейчас глянем. Вот, короче, вот такие вот комбинации, ребята, дают какие-то различные новые концовки, которые до этого мы не видели. Так, вот в чем прикол. Давай берем. И, в общем-то... Поднимаемся наверх. Она уходит, все отлично. Здесь сейчас снова я перепрыгиваю. Сами понимаете, невидимый капкан. Отлично. Но меня еще удивил тот факт, что моя энергия вообще на халяву восстановилась. Я просто перезашел в игру. И все как бы. У меня вон энергия прям хлещет, ё-моё, жесть. Ее дофига и больше. Так, берем для начала соль. Но также помимо этого мы возьмем и вот это вот вино. Ведь да, я даже не знаю, что это такое. Так, ну вроде вино это. Добавляем соль и потом вино. И цвет не меняется, отлично. Все. И я не знаю, вот как игра засчитает нам то, что она съела солью или с вином. Когда с вином мы, получается, проходим. А с солью я не знаю, этого я никогда еще не видел. Ну сейчас посмотрим. Мы все равно соль первую мешали. Смотрим. Так, так, так. Оба. Ага. Соль, походу, нет. Да, соль, походу, тоже так. Все, понятно. Здесь, короче, два варианта. Соль, либо вино ей туда подкинуть. И все сработает. Либо все вместе, как только что сделал я. Это, конечно, было жестко. Короче, ребят, ладно, на этом все. Мы пока что все допрошли. Напишите в комментарии, что делать дальше в этой игрушке. Проходить уровни дальше с разными комбинациями. Вот, либо же ждать следующих обновлений, потому что пока что только 3 уровня, а здесь вообще 5, но мы их тоже все прошли. А есть еще у меня другое предложение, а есть же старые версии игры, где есть такие левелы, которых тут нет, их убрали вообще полностью из игры. Так что, в принципе, можно и вот старенькую версию тоже пройти и посмотреть на новые левелы. Как бы это странно ни звучало, в старой версии новые левелы. Ладно, в общем-то, друзья, пишите в комменты свои предложения. На этом все, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.